Так, всем приветики. Мы дома. Ты это делаешь? Покажи. Покажи. Давай. Нет, вон туда. А, ты вот туда, ну. Это ты что делаешь там? Ты что делаешь? А вот тут еще шкаф. Шкаф все равно старый. Вот тут вот, Дим. Шкаф тоже можно. У тебя же два в одном, и дрель, и шуруповерт. Лежа шкафу. Можно. Дырки же делают в шкафу, можно. Вот. Да ты какой сладкий мальчик. Дима работает. Получается, буду дрелить. Давай, дрель. Так это аккуратно на краешек вот тут не вставай. Вот тут, потому что оно ковыркнется вот подальше туда. Угу. Сумма там дрелить я буду. Ну только аккуратно, Дим. Тут лучше не надо здесь. А то тут диван такой, он, знаете, тут садишься, и он просто вот так открывается, и все. Не надо тут. Идем лучше вот здесь, вот, на шкафчике. На шкафу можно. У тебя же и дрель там, и шуруповерт. Игрушку достали вчера, упаковку. Смотрите, вот такие вот штучки. Такими штучками много чего скрепляют. Но в последнее время, кстати, я замечаю то, что стараются какие-то брать более натуральные, которые перегнивают. Нет, не продукты. Вещи такие, ну, скрепления, да? Здесь вот такие пластмассовые, их с трудом отрезаешь, боишься срезать что-то лишнее, там игрушку отрезать или что такое. Так неудобно, вот честно. Другая игрушка, я кассу, по-моему, кассовый аппарат покупала, там был на проволоке. Вот проволока, она везде всегда нужна. Вот, она прям вот классная. Ее иногда дома не достает. А вот эту вот, ну, куда это денешь? Ее же не откроешь, ничего потом. Это вот мусор какой-то. Нужно делать крепления, знаете, такие, которые потом человеку могут пригодиться. Как вот резиночки какие-то, да, там еще чего-то, веревочки там, я не знаю, которые потом идут куда-то там в ходу. Тюльпан. Вчера у нас было 8 марта, но ролик опять выйдет с опозданием. Опять у меня начинают опаздывать они. Такие мне тюльпаны подарили. Вот это мне подарил муж. 5 разных. А нет, вот кроме вот этого. Это мне подарили мамин брат. Вот. Наконец-то тюльпаны. А то мне каждый год они дарили мимозы. Ну, я как-то так спокойно к ним отношусь. А вот именно вот тюльпаны зимой, когда еще вот снег, смотрите, лежит еще снег, да? Тюльпан зимой. И вот этот аромат я прям обожаю. Просто обожаю. Именно почти. А мимозы, ну, как-то так. Это вот что-то такое среднее между там кем-то с кем-то там зачем-то. Вот. И, ну и маме, я вчера маме покупала букет. Я вчера, кстати, вам записывала ролик. Не знаю, может, он уже встал в этот ролик. Посмотрим, где он встанет. Там получилось так, что я шла со своим букетом. Купила маме букет разнообразный. Там, по-моему, такой вот был. Такой, ну там, два разных, что ли, три разных. Короче, 5 штук. Она запаковала их так, положила. Так, это сейчас уберем. То есть запаковала в бумажечку, положила, а там лежали тюльпаны. И она взяла веревочкой, короче, обмотала вот эти тюльпаны, и там залетел еще один тюльпан случайно. И все, и отдала. Она как бы отдала мне лицом этого тюльпана, то есть я его не увидела. Я иду, чувствую, как бы я держу за бумажечку, и чувствую, какой-то лист мне мешает.
С той стороны, то есть эту вот бумажку, фольгу, я это вот чувствую. Ну, не бумажка, как типа фольги, вот мешочек. А с этой стороны листочек тюльпана такой тепленький-тепленький. Уже к маминому дому подхожу, не пойму, что такое. Присматриваюсь. Ну, я так только понюхал, там еще присматривал. Тюльпан сам залез, представляете? Халява, халява, представляете? Они еще, блин, так интересно, окраине города по 60 рублей за штуку стоит. А у них то ли по 70, то ли по 80. Я помню, так дорого было. Короче, у меня 5 штук, по-моему, 5 за 400 получилось. Вот. А там на окраине 5 штук за 300. Ну, посчитайте в комментариях, мне там напишите, как, почем все. Вот. И вообще, я так обрадовалась. Его сфоткала, вам записала. По-моему, записала. Я надеюсь, что нажалась. Да, Дима там дрелью теперь занят. Ну, не надо мне тут. Все, вот. Царапаешь. Вот. И как раз там были, они продавались луковками. Тут вот я себе это, чтоб луковка не сгнила. У нее есть корешочки. Короче, мы с вами будем ее пробовать сажать чуть-чуть попозже. Это будет... Не знаю, будет ли это отдельным роликом или во влоге, пока не знаю, посмотрю. Дворник шел, я шла мимо дворника, начала как раз фотографировать, на камеру снимать. Где? Фотографировать начала снимать на камеру, и он подошел, говорит, у вас так много цветов, наверное, говорит, вас кто-то любит очень хорошо. Вот, я говорю, да нет, я маме купила. И вот он увидел, о, говорит, с луковками, говорит, просто надо воду поставить, вот так вот. И туда немножко еще земель, ну, еще земельку я потом сыпану. Вот, вот я просто хлебом, чтобы она не упала. Вот, ну красивые. Классные прям цветы, мне нравятся. Дима работает, 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 не покладая ног. Они прям обалденно пахнут, смотрите. Тюльпаны зимой. Обычно, я помню, мы с мужем гуляли когда, еще давно до Димы. И там вот 8-9 числа, да, эти букеты просто уже чуть ли не даром отдают. Рублей за 30, за 20, там, забирайте, только забирайте, ради бога. Вот, ну, сегодня, я не знаю, у нас тут цветочных магазинов, даже не знаю, где здесь есть, где... Сейчас, мне не знаю, мне кажется, нет такого, наверное. Ну, можно пройтись, наверное, поискать их. Я бы купил, знаете, вот огромный такой букет тюльпанов. Ну, они, конечно, кстати, не так пахнут, как раньше. В детстве, ну, нет, не в детстве, а... Такие, смотрите... Классно, красивые. Вот эти прямо красивые такие. Вот их как раз подарили. А здесь уже какие-то более. Вот этот мне нравится. Красный такой, классный. Там еще какой-то должен быть вроде. А, ну вот, кстати, такой же. Вот мне подарил положил самый маленький. То есть, когда выбираете еще, кстати, тюльпан, смотрите, выбирайте сами, иначе они вам положат самую фигню. Белый тут что-то уже это... Но они вчера перетерпели, конечно, эти тюльпаны. Переездов несколько. Так, 1, 2, 3. Тут еще 4, 5. А, ну вот, да, муж, видимо, вот эти вот подарил. А тут 5 этих. Так вот, ну красиво смотрится. Вазочки такой красивый, хоть и пыльный. Как определить, что была свекровь дома? Раз тряпка, два тряпка. Поехали дальше. О, не там. Блин, вот этого я вообще не понимаю, зачем тряпку класть сюда. Ну, смотрите, тряпка же некрасиво. Смотрите, без тряпки как класс, да, красиво. Ну, стояк потек. Единственное, укорок. Так. Это я уже запихнула сюда еще тряпка. Здесь она вообще, вот эта тряпка вот тут вот просто лежала. Там вот. Офигеть, вообще столько тряпок, я не знаю, это кошмар. По-моему, еще где-то по квартире, кстати, находила еще где-то тряпки. Я вообще даже не вспомню. Тоже они валялись где-то около батареи, что ли, по-моему, по углам. Не помню уже, куда их дело. Смотрите, какая красота. Дома ремонт. А-а-а, так классно. Тут смотрите, как классно. Коридор такой широкий, такой классный. Блин, я такая счастливая, это вообще дома находиться. Блин, так классно. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, вот тут, правда, у меня коробки. Все, пока что еще по коробкам. Еще не разбирала ничего толком. Некогда было. Сразу тут ремонт чуть закончился. Свекровь тут же приехала.
один день помыла, но она молодец, конечно, помыла мне все полы, перемыла, вот, протерла пыль, потому что пыльно было очень. Это вот, да, ей спасибо, молодец. Но то, что пришлось мне прятать все вещи, это, конечно, кошмар. Я уже, честно говоря, просто устала. Да-да-да, это я вот здесь вот все прятала ее вещи. Все были тут спрятаны. Боже мой, это я вообще не заметила. И тряпки. Нет, ну ладно, эти тряпки я сюда ей положу, а потом, когда они будут мне нужны, я просто отсюда их забираю, когда там обувь протереть, например. Ну, они использованные же. Как бы. Так, ну, тут еще у меня тоже завал, потому что сейчас пока что некуда все это девать. Там в основном одежда. Одежду мы, кстати, будем, наверное, вместе с вами перебирать. Я хочу очень много одежды выкинуть, потому что я очень много одежды сейчас уже не ношу и, наверное, не буду. Она уже не в такой моде, но она такая купленная. Типа смешные цены, вот магазин. То есть, ну, как-то я уже другую ношу одежду, та уже, ну, не нравится. Мне давно не ношу, нафиг надо. Вот. А еще постирала вчера вручную. Ну, так вот это. Не стирала ничего, ну ладно. А, цветочки мои. Цветочки, кстати, надо полить. Скоро будет. И пересаживать еще скоро. Дебри мои, обожаю цветы мои. Зима и зелень на подоконнике. Мне котка жива. Какая красивая мордашка. На. Тает прям на руках. Ну давай, ешь. Как ты его будешь есть? Прям так, над столом только кусай его. Вот он сейчас. Ну-ка. Дырочка. Дырочка там, да? О, он толстый там внутри, смотри-ка. Я думала, тоньше, да, рада. Да, толстый. Ну, ты много не... Нет, сегодня. Чуть-чуть съешь, да? Много. Остальное потом на обед. Много буду есть. Вкусно? Я многое буду есть. Ну что, дашь откусить? Да. На. Это я не вижу. Что там не вижу? Ну все, давай, это на обед. Давай. А то у тебя аллергия появится. Я буду есть. На, запей. Ничего с ним не будет, он тут будет. Вы, наверное, поняли, что происходит. Коробка все в комнате. Приехала свекровь. Вернее, приезжает через 4 часа. Кровать всю убрала. Кто знает, у меня свекровь такая, что все выбрасывает, что не нужно ей. Вот, приходится все прятать. Утро я уже устала. У меня уже сил нет, я еще охрипла. Горло у меня болит, не знаю почему. Короче, вот складываю. Сейчас буду все складывать туда, на балкон. А там на балконе места вообще нету. Вон, видите, он полностью завален. Плюс еще плинтуса разные торчат. Еще тут уголок лежит. Его, короче, тоже нужно туда отправить. Ой, не могу, у меня уже сил просто нет. Вот это вот каждый раз уборка такая. Меня просто вынуждает. Короче, так вот.